Пирожное из нашего детства. Очень вкусный и простой рецепт. Нам понадобится какао-порошок, мука, сахар, подсолнечное масло, разрыхлитель, яйца. И для крема нам также нужно будет сахарную пудру и 33% сливки. Я решила заменить их уже на готовые сливки, вот на такие, что тоже неплохо. Приступим. Я, конечно же, буду все замешивать в хлебопечке. У кого нету, то можно сделать это вручную. Разбиваем 4 яйца. Туда же отправляем 180 грамм сахара. 100 миллилитров растительного масла. 3 столовые ложки какао. 200 грамм муки. И пачку разрыхлителя. Все высыпаем. Хорошо перемешиваем. Замешиваем тесто. Я отправляю все в хлебопечку. Выбираю программу. У меня 9-я. Пятнадцать минут будет замешивать. Я пока пойду выпью кофе. Тесто у меня готово. Теперь распределяем все на противень, застеленный бумагой для выпечки. Вот так, девочки. Смотрите, какой красивый. Точнее, это еще не бисквит у меня, но бисквитное тесто. Какое красивое оно получилось. Прям глянцево-шоколадное. Отправляем в заранее разогретую духовку на 180 градусов на 20-25 минут. Бисквит готов. Сейчас будем делать формочки. Вот такой бисквит получается. Остатки вот эти нужно нам измельчить, помять все в крошку. Можно это сделать с руками, а можно, как я, воспользоваться измельчителем. Вот такая крошка получается. Выкладываем крем и другой стороной закрываем вот так. Должна получиться вот такая конструкция. Вот так, девочки. Теперь мы берем каждое пирожное и будем обмазывать края и верх вот этим кремом, который у нас остался. Ну, я работаю, понятное дело, уже с готовым. Я вам показывала. В баллончике у меня. Вот так. И обваливаем в крошке. Со всех сторон так делаем. Пирожное готово. И можно украсить по желанию. Я положила вишенку на каждое из пирожен. Также хорошо сюда идет различные орехи, особенно фисташки. Очень красивое и очень вкусное сочетание получается. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч!